И добро пожаловать, ребятки! Сегодня у нас будет очень интересная игрушечка под названием The Briefcase. Переводится как портфель. Рубрика инди-ужастики, игрушка 2012 года, и в принципе погнали. Музыки в главном меню нет, и в принципе поехали. Значит, у нас спринт — это shift, присесть — это кэтрл, в принципе стандартное управление. Так, окей. Мы пришли. То есть, приехали на тачке, и мы куда-то зашли. Здравствуйте. Чем-то игра напоминает Condemned Criminals Origins, я думаю, кто-то помнит такую. Так, сюда мы выйти не можем. Мы можем прыгать, мы можем приседать, мы можем бегать. И, в принципе, смотри, игрушка короткая, но нам надо на заброшенном складе найти чемоданчик. И мы не знаем его содержимое, и, в принципе, погнали. Так, открыли. То есть смотри, нам что-то не будет как бы давать взять этот чемоданчик, то есть за нами что-то будет охотиться, непонятно что, не сказано тоже, и в принципе... Что это? А, это вот это, окей. Так, заперто, хорошо. Так, вот это... Мне уже немного не по себе, потому что что-то очень страшно все дело выглядит. Какие-то непонятные трещины, либо что это, окей. Бумажки, все дела, и в принципе чё? Можем пропаркурить куда-то, непонятные какие-то дебри. В принципе, я думаю, мало кто знает об этой игре, потому что игра не совсем была популярна в свое время, но, опять же, это инди-проект. Так, здравствуйте, мне что-то страшно. Короче, мы, скорее всего, играем за такого человека, который хочет узнать, что тут произошло, либо мы каким-то секретным агентом играем, потому что люди неожиданно пропали с этого склада, то есть работники. Что-то непонятно нам не будет давать взять это кейс, то есть за нами кто-то следит, охотится. Погнали. Мне уже не по себе, реально. Ты тут один такой ходишь. Так, окей, там дверь. Хорошо, я тебя понял. Я пока ничего не вижу подозрительного, как бы, смотри. Я слышу звуки, что как будто тут кто-то есть, параллельно с нами. Но, опять же, я не хочу думать, что это какой-то монстряк, либо же кто-то такой. Так, открывай дверки. Почему? А это что? Не хочет, ладно. Что-то нам надо найти, я так понимаю. Окей, погнали, найдем то, что нам нужно для этого всего дела. О! Ребят, смотри, я нашел. Нажимаем. Это что-то у нас открывается. Хорошо, какая-то кровяка я вижу. И мы находим ключик. Давай возьмем. Хорошо. Здравствуйте. Какой-то дядька ходит. Здравствуйте, дядюшка. Хорошо. Я думаю, что это просто прошел дядя по своим делам, и он нас не тронет. Окей, смотри, значит, там есть закрытая дверь, у нас ключ, в принципе, погнали, сейчас это все дело откроем. Так, быстрее, быстрее. Это у меня что-то, этот дядюшка напряг. Так, открывай. Воу, коробка. Привет, коробка. Я вижу карточку, тут кто-то кушал суши, маркер, какие-то аптечки, всякая фигня. Да все для склада, окей. Погнали, заберемся туда. Сейчас мы вот так лучше обойти, потому что я не знаю, опасно ли тут или нет. Так, хорошо. Так, окей, вроде пока безопасно. Погнали, быстрее, быстрее, быстрее. Не хочу, реально напрягающая игра. Как бы сказать, ты хоть тут один, но все равно очень все подозрительно. Как будто реально тут кто-то прячется втихаря и следит за тобой, окей. Открывай. Здравствуйте. Какие-то звуки. Так, давайте лучше пойдем сюда. Тихо. Так, а это что? Окей. Где-то музыка, нас заперли. Хорошо, чемоданчик. Так, окей. Подожди, а это что? Давай-ка тут разберемся, что тут нам нужно взять. А, так, сюда мы должны проползти, я понял. Давай-ка, быстренько. Быстренько возьмем чемоданчик. Все, уходим. Уходим нафиг. Мне уже реально не по себе. Погнали.
Так, давай быстрей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, кто-то долбится в двери. Так, давай-ка валить нафиг. Капец, что-то. Реально, кто-то просто ломает двери и хочет пройти к нам. Так, окей. Давай, открывай. Воу. И что, через склад бежать? Бежим нафиг. Так, тихонько. Кто-то за нами пришел. Кто-то хочет нас нафиг поймать, убить. Так, давай быстрей. Воу, что это за рычание? Господи, не хочу оборачиваться. Садись. Все, мы взяли этот секретный чемоданчик. И уехали. Фух. Отлично. Фух. Все обошлось хорошо.